В онкологическом диспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии. Пациентам приходится ездить в Санкт-Петербург, что создает немало неудобств. В новгородском Минздраве прокомментировали ситуацию и рассказали о мерах, которые принимаются для ее исправления. Температурный режим этого лета не выдерживает даже высокотехнологичное оборудование. Линейный ускоритель для проведения процедур лучевой терапии вышел из строя из-за жары и, как следствие, большой влажности. В настоящее время закуплены запчасти и оборудование для его ремонта. Сушильная камера для того, чтобы в дальнейшем поддерживать нормальный режим в отделении. А также ведутся переговоры по привлечению необходимых специалистов. Сложность еще заключается в том, что оборудование дорогое, в области оно в единичном таком представленном экземпляре, и замены нет, и есть определенная сложность в том, куда направить пациентов за пределы области, для того, чтобы люди не страдали и получили в регламентированный порядок, да, весь объем необходимой лучевой терапии. Значит, каждому из пациентов, это около 30 человек, доведено до сведения о том, что есть сложности с прохождением этого лечения сейчас в нашей области. Выданы направления для продолжения этого лечения в федеральной клинике. По словам Константина Пасевича, если в течение ближайших 2 недель линейный ускоритель не удастся отремонтировать, пациенты, которым необходима лучевая терапия, начнут получать лечение на альтернативных аппаратах радиологического отделения.